Крис. Крипер. Ходи. Они под нами или что? Мне кажется, они над нами. Чипа, все хорошо. Подожди, а мы там железо. Мы не потеряем то место? Надеюсь, что нет. Может, я там соберем железоплонку, уже пойдем. Да, давай. Я просто хотел разведать, тут такая большая оказалась пещера. Блин, у нас же мини на версии 1.6, ну ладно, пофиг. А что тут? Да я хотел, ну думал, сейчас сделаем золотые яблочки, это прикольно, с абсорбшеном. Так, куда идти? Наверх, сюда, что? Вот тут железо, и тут сейчас направо поворачиваем вроде бы. Или налево, нет, налево. Надо, красиво сделано, в принципе. О! Я не заметил! Так, я умру, наверное. Не было джек, вода. Три сердечка. Да быстрее, вон вода! А так... Подбери быстрее порталы! Я умер? Как я умер? Не знаю, я подобрал. Крипер! Фух, дошмонал. Так. Как батя затащил. Слушай, к нам. Я столько вещей просрал. Как это можно? Ну прям никак, батя. Да, давай я ложу сюда. Мячку. Мои ботинки. Мип. О, сейчас будем делать фул железный сет. Давай, делай. Сделай одну железную кирку. А чем это будет? О! Обожаю это делать. Владислав. Смотрите наверх. А что за это будет? Так, оо! Нифига там гравий упало. А чё же гравий не падает? Да. Так, сейчас ты сделаем нагрудник. Ой, главное меч кирку еще делай. Знаете, нагрудник, кирку. Блин, у нас еды нет. Я что прокакал. Фух, блин. Что ты сделал? Яйцо кинул. Не вылупилось. Да, порталы. Так, а, у тебя же есть. Махни еще раз микрофон. Раз. Все, давай пойдем наверх. Если пойдем дальше следовать, ну ты ела. Да, все, погнали. Еще не чай, просто. Мне еще три железа есть. Так, я пока пошел. Таран. Я хочу туда, где там лианы. Вот туда хочу. Хоп! Перепрыгнул, как мастер. Так, выход. Ой, лаги. Ой, это дождь! Это все виноват, во всем виноват дождь. Я его выключу как мастер. Надеюсь, не запрещено. Но меня просто лакает жутко. Четыре стрелы. Я тоже нашел. Курица! Я нашел курицу. Так, нам нужен сундук. Кстати, тут паутинка. О, свинюшка! Слушай, может пойдем куда-нибудь и выложим порталы, потому что... О, у тебя порталы? Ты в том сундуке их не взял? Все обратно. А где? А вот, чё, спонсора. Спонсор. Здравствуйте, это спонсор. О, вот еще один не спонсор. Еще один не спонсор. Ладно, я его уже посмотрел. Так. Нет, еще! Фух, алмаз не... Мой мальчик, у тебя. Сейчас от голода подох. Зомбак! Так, все, берем порталы, алмаз, перлы. Перлы. Перлы, да. Ой. Слушай, нам нужно для кровати. Забирай все, нафига. Нам самом деле игры нужно закрывать. Нужно сундук, короче. Мы сделаем там, туда сложим все порталы. Пойдем дальше следовать. Так, я возьму сундук, подожди. Почему меч? Так, мастер, все, пойдем. У меня хп мало, и у меня голода нет. Я голоден. Так, слушай, пойдем в то место, откуда мы пришли. То есть, ну, то самый спавн. Это нужно гору, да, пойти? А, почему лучше еды поищем? Ну, вот туда... А, вот приер бутик. Где? А, вот уже.
Так, подожди, по-моему, вот это как раз есть то место, куда мы пришли. Изначально. Вообще тут не были. Да, смотри, тут свинья, прикольно. Что, давай вали. Давай валим свинью, кушаем ее. Точнее, жарим ее. Нифига тут арбузов! Все. Арбузики! Да, это они. Они самые. Голода. О, что у тебя за звуки ужасные. Сейчас, 3 минутки. Лучше? Лучше. Так, у меня есть уже... Подожди, ты шерсть взял оттуда? Да, ну шерсть. Это же одна шерсть здесь. Так, коровка. Нам нужно... ну зачем нам две кровати? Мы на одной поспим. Так, раздел... да. Только мне... только нам придется переждать ночь. Еее, achievement get. Кожа. Бери себе нагрудник. Часы. Зачем нам часы? Ну ладно. Так. Чё я взял? Мне нужно срочно есть, я уже бегать не могу. Ты же арбузики срубил. А я их не ел. Сейчас поем. Съешь. Вот ты ж мне... Я думаю, ты не разрешаешь. Нет, папа, слушай. Подожди меня. Тут я нашел диспансеры. Так, еще 3 стрелы. Так. Мы тут были. Пошли дальше. Пойдем дальше. По берегу, побегаем. Так, там скелет. Где? Не вижу. Нет, не вижу. А, я понял, он хранитель диспансера. Смотри, тут так священный диспансер стоит здесь. Еще 5 стрел. Чё? Подожди, да мы должны найти то место, где мы зареспавнились. Там. Нафига нам это место? Я хочу туда. Что там интересного? Не знаю. А, смотри, гравий. Ну-ка. А почему гравий не падает? Не, подожди, я встану на какой-нибудь блок и сломаю вот этот блок. Нет. Я встану на этот блок. Сломаю еще один блок. Падать будешь, Ты падать будешь? Нет. Ты будешь падать? О, смотри, там что там еще не. Я нашел сундук. Где? О, лопата, офиг, на Fortune 2. О, кремень взял. У меня лопата на Fortune 2. Все, давай, я откапываю все. Неужели тут ничего нету? Почему не падает? Нет, ничего нету. Ну ладно, хоть сундук нашли. Да, хоть сундук. Хотя зачем мне эта лопата на Fortune 2? Стоп, крем не выпадал? Да, я крем. На! Что сделал? Я убил курицу. А ты где? Я за те. А вот. Так, тут смотри. Мне те мини-горы напрягают. Холмики такие, холмики. Так, тут что-то светит, видишь это, да? О, диспансер. А, это факел. Подожди, мы его, кажется, поставили сюда. Мы тут были. Это начало, ура! Шли обратно. Все, смотри, я нашел гриб. Ой, не надо один. Можно было суп делать бесплатно. О, стоп! Вот и что нашел. Мы как это не увидели в самом начале? Нет, это не самое начало. Нет, самое начало. Это самое начало. Давай вот здесь. Пойдем, давай здесь поспим. Давай. Тебе хватит шерсти? У тебя сколько? Я сужал овцу, подожди. Я убиваю ее. 2. Все, давай, иди ко мне. Все, я выкладываю все вещи в сундук. Ой, возьму шляпочку. Шляпочку возьмите. А ты портал взял? Да. Спускаем их? Куда? Сюда. Объясни, зачем они... Ой, подожди, тут же должно быть написано. Да, должно быть написано. Вот, the total for 22 story post 50 сундуков. Нет, ты не а, понимаешь. Да, 22, значит, портала. Поставь куда-нибудь сюда. Один. Хрена нам столько порталов. Может, это просто как типа очки там, не знаю. Куча сундук положил. Какая странная вода, слушай. Нормально, она чуть не нравится. Нормально. Вот я табличку поставила, я думала, она. Все, погнали дальше. Ладно. Подожди, а ты сундук все выложил, нет? Нет, нафига все. Ну ладно, все, погнали. Ой, я кирку выложил. Я кирку выложил случайно. Все, забрал. Моя кирка. Косточку, типа, нет, это невкусно. Меня мама учила, что косточка невкусная. Все, пойдем. Смотри, я нашел что-то. Для чего это? Какая странная гора, она какая-то подозрительная. Мы не поспали! Зачем сюда шли?
Что, сундук сделать? Не, ну это, конечно, тоже важно, но... Да. Так, неудобный выход. Так. Облегчим свою задачу. Так. Ставь кровать. Да, у меня кровать. У меня нет досок. Джек. Ставь эту доску. Я тут на доске. О, боже, всё наверное. Ладно, вот она. Вот она, рыба моей мечты. Всё, я собираю дерево. Так, ну удобный проход. Чего следует? Да он какой-то непростой, не нравится. А давай. Давай расширим. Ай! Давай расширим комнату. Ай, а вдруг эти нам таблички ещё пригодятся? Они пригодятся. Расширяем нашу комнату, она какая-то маленькая. Так. Давай мы тебя быстрее. Так. Ой, что я творю? Что я творю? Чик, чик, чик. Паук. Так, кровать сделал. Ага, всё. Так. Сделаем же отдельную комнату нашей кровати, пошли. Ой, блин. Ладно, ты будешь тут. Спи. Разломай там блоки пока. Хорошо. Да блин. Ты что будешь делать-то? Всё, погнали наверх. А если не переправлюсь? Ну и ладно. Мы проиграли. Всё, пошли. Джека, пошли! Ладно, всё, идём. А у нас... Давай сделаем лопату, топор и нарубим дерево. Фига нам топор. Фига нам дерево. У нас нет факелов. Фига нам факела. Ну, блин, зрители... Зрители... Светло везде. Ну, зрители не всегда, нифига не будет видно там на улице. Мне нужно две палки. Всё, я сделал. 20 факелов. Я все равно сделаю топор. Короче, ты нам будешь все освещать. Хорошо. Тут только один. Ну вот. Мартышкин трус, слушай. Поставил факела, убрал факела, поставил факела. Убрал факела. Так, тык. 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 Ладно, все, пойдем искать. Тык, тык, тык. Ё-моё! Крипер, взорвись! Я даже не знаю. Короче, это был капец какой-то! Где мои вещи? А-а-а! Спаси! Я бью! Подожди. Скажи. Смотри, я иду на крипера, в него стреляет скелет в крипера. Крипер отлетает в меня. Крипер взрывается, я отлетаю к скелету. Ну и так цепная. Акция! Нет, я не должен умереть, не должен умереть. Ох! Супер хардкор, пол сердечка. Поможешь? Снайпер! Арбузики! Почему ты молчал раньше? Да ты по скелет. Защищай мои вещи, если ты сейчас подаёшь крипер. Меня убьют! 3 хп! Беги, беги! Подожди, я одеваюсь. О, нифига! О, офигеть, ты офигеть, какой меч, какой лук выпал со скелета. На пауэр 2 и панч 1, прикинь. Джека, дай мне еду! Это был паук. У меня еды, на. Я сейчас сдохну. Опыт. Это хардкор. Ох, есть лук теперь офигенный. Ты на хардкор поставил? Нет. На нормал? Нормал. О, подбирать мне лупать. Нормал? Норм. Чё ты где? На. Чё? Сзади! Теперь я живу, я мне за... Все. О. Чё, бери арбузики. Какие арбузики? Какие арбузики? Сейчас пойдём. Ой, паутинка. Ой, отравленный паук, меня отравили. Я, о, спавнер. Да, спавнер, да.
Чем было? Кроме спавнера? Нет. Хреново. Ладно, читай. Прикольно, хардкорно. Так, я обманул зомби. Ты что, в меня ты его кидаешь? Ну, бух. Нифига, смотри, какой зомбак. Какой красивенький. Привет. Ой. О, стрелы и уголь. Сзади. Да что ж так хардкорно-то? У меня сейчас меч сломается. О, смотри, иди за мной. О, Криппер!